мероприятие, собственно, впервые. Ну, вообще формат неожиданный и, ну, изначально показался таким привлекательным, потому что, ну, довольно широкая линейка на тесте. Обязательно стоит посещать такое мероприятие. Если мотоцикл в твоей жизни занимает какое-то значимое место, то обязательно надо попробовать мотоциклы. И вот такое мероприятие, которое охватывает и городские, кому-то интересные мотоциклы, и, как мне, например, такой класс тяжелых туристических эндуро. Конечно, надо попробовать все. Второй год мы проводим такие мероприятия для того, чтобы клиенты могли в рамках 3-4 часов протестировать как можно больше мотоциклов в условиях, которые им подходят. Так, ростеры мы тестируем либо в городе, либо на специальных площадках. Туристы у нас в основном ездят по трассам, хайвеям, дорогам российской эксплуатации с имитацией европейских покрытий. Но мотоциклы GS, соответственно, это и асфальт, и участки оффроуда. Поэтому для клиентов приготовлен специальный маршрут, который включает в себя все эти покрытия. И, собственно говоря, за 3 часа ты сразу понимаешь, какой мотоцикл тебе нужен. Руки, ноги трясутся, но счастливая и довольная. Все вообще на высшем уровне. Буду всерьез думать о покупке нового мотоцикла. Удивительное место вообще просто такое приятное, симпатичное, с отличным рельефом. Оффроуд помог до конца прочувствовать некоторые модели мотоциклов. Что мое, а что нет. Да, я покатался на всем, что меня интересовало. Я поэксплуатировал, ну, во всех режимах. И, ну, именно то, что я хотел. Для себя понял, что на самом деле мне больше понравился Бэггер. Отличный аппарат, очень хорошо управляется, мягкий. Всем советую попробовать разные варианты и не останавливаться на одном. Я была уверена, что у меня только чоппер и все, а теперь у меня новая любовь, поэтому пробуйте все и выбирайте. В конце этого тест-драйва, попробовав разные модели мотоциклов, я понял, что мне нужна другая техника. И этот тест-драйв мне помог в выборе. Спасибо BMW, спасибо Автодому за проведенный тест-драйв. Огромная вообще какая-то благодарность инструкторам, потому что, ну, как-то все просто, спокойно, доходчиво. Реально очень понравилось, я под впечатлением. Все супер, мероприятие супер, сейчас дождемся еще больших туров, и я чувствую, я сегодня буду под впечатлением, а то и ближайшие 2-3 недели. Приглашаем всех всегда в гости, приглашаем на такие мероприятия, поскольку, ну, как минимум вы расширите свой кругозор в мире мотоциклизма, в мире BMW. Пожалуйста, welcome.